Всем здравствуйте! Меня зовут Лариса Подлегаева, и я рада приветствовать вас на своем канале. Итак, у нас сегодня пятница, и значит выходит видео о недельном продвижении. Обычно в начале месяца у меня нет такого видео, потому что я участвую в совместном проекте «Трио Старты», и, собственно, продвижения нет по старым процессам, потому что есть новые старты. Но в этом месяце я пропустила этот совместный проект. Вот, но наблюдаю за девочками, все равно смотрю видео, мне это очень интересно. И поэтому, собственно говоря, сегодня и есть видео о недельных продвижениях, потому что я все-таки вязала. Так, вот здесь лежит такой бактус, мне просто очень нравится, как он сочетается с этим цветочком. Но начну я не с него, а начну я с завершенного процесса. Уже он, наверное, примелькался на канале, я не буду разворачивать. Это кардиган из полухлопка. И я сняла и обзорное видео на этот кардиган, и там будет более подробная информация и о расходе пряжи, и о ходе работы. Хочу сказать, что это пряжа Сиам. Примула 50% хлопок, 50% вискозы. Он уже закончен, постиран, и осталось пришить на него пуговицы, но это мы сделаем уже потом. Так, и вернемся к нашему бактусу. Вот у меня маркер. Я начинала его вязать в совместном проекте «Выбор без выбора», который проводила Анна Полозняк. И вот этот у меня маркер обозначает место, докуда я вывязала его в рамках совместного проекта. И вот что мне удалось связать. Буквально на днях я брала с собой его в дорогу. И получилось так, что я сколько связала, наверное, столько и распустила. Вот здесь вначале я все время забываю делать вот эту вот галочку такую. Сразу начинаю вязать 6 воздушных петель и перехожу вот к этому ромбику. А потом, когда получается, я провязываю ряд, возвращаюсь, и мне негде делать следующий ромбик. Я не знаю, почему это так получается. Очень простой узор, вяжется он быстро, но очень часто я ошибаюсь. Нравится мне такая расцветка, уже идет переход к другому цвету, более темному. Вяжу я крючком 2,75. Ну и пряжа — это Alize Bella Ombre Batik. Метраж, к сожалению, я не помню. Не буду гадать, я не помню, какой метраж. Ну вот, собственно говоря, все мои продвижения. Завтра опять нам предстоит дорога, и я, наверное, возьму его с собой и буду его вязать. Спасибо всем за просмотр. Всем добра!